опаздываешь. Порой веселье ноша 100 крат тяжелее, чем битва. Знать, в том и другом ты не силен. Возможно. Как наши звезды? Все сияют. Отсюда мне видны и 9 миров, и 10 триллионов душ. Ты помнишь, что я говорил о схождении? Да. Парад миров. Он ведь не за горами. На моем веку такого чуда пока что не случалось. Его трудно почувствовать, еще труднее увидеть. Явление это опасное. Но красота его непостижима. Я ничего не вижу. Быть может, ты ищешь иной красоты. Как она? Твоя смертная умнее многих. Сама того не зная, она также изучает схождение. Даже... Что? Ее не видно. Те федералам. А завтра щит тут все опечатает и пишет. Пропало. Эй. У нас стабильная гравитационная аномалия. Неограниченный доступ. Из конкурентов кучка подростков. Эй. Тебя не было 5 часов. Что за прикол? Что ты настоящий. Странный выдался денек. Да, я не мираж. Куда ты пропал? Ты куда пропала? Хэндл тебя не видел. Я-то здесь, где ты меня бросил. Ждала, ждала, потом рыдала, потом отправилась на поиски. Ты же вернуться обещал. Знаю, знаю, но Геврёз был разрушен. 9 миров погрузились в хаос. Повсюду, куда ни глянь, войны, набеги мародеров. Я должен был с этим покончить. Сочиняешь складно. Даже за душу берет. Но я в новостях тебя видел. Ты был в Нью-Йорке. Джейн, я хотел уберечь тебя от опасностей моего мира, но не стоило. Я был глупцом. Поскольку, верю, судьба свела нас не зря. Джейн, не знаю, что с тобой произошло, но уверен в одном. В чем? В одном. Так в чем? Что в чем?